Привет! Вот и пришли наши новые выходные, так сказать. Субботний день, вечер. С женой раскачали этот сарай, свалили его на бок, потому что его клонило вот к забору, и могло произойти непоправимое. Мы могли ушатать забор и обвалить соседскую бытовку. Поэтому сегодня план практически осуществлен. Сарай завален, никого не убило, я сегодня не сгорел. Хотя костер опять я уже разжигал, только уже не бензином. Я вылил всю бутылку розжига, еле-еле стартанул этот, конечно, великолепное огнище. Бутылки все еще там. Вот. Также жена вот собирала рубероид, который была покрыта крышей. Крыша, конечно, гнилая полностью. Вот. Сейчас я сжигаю практически все гнилые доски, крашеные доски. А вот те, которые более-менее такие не гнилые, мы пока, наверное, сохраним как дрова до следующей весны. Я думал, что когда мы завалим этот бок, первым делом треснет стекло у этой оконной рамы, но она упала и продолжает радовать нас. До зимы мы должны полностью уравнять этот участок. Вот сегодня уже засыпаны все ямы, которые здесь ранее были, пенечки с корнями. Я потихоньку их жгу, насколько это возможно. Сегодня очередной день разбор сарая. Вот, он, как вы видите, уменьшается и также горит. Дрова сырые, приходится долго растапливать, но там вот все очень хорошо. Вот, пойдемте покажу вам, что остается от сарая. Вот, и, собственно, вот эта вот штука, я ее сейчас сделаю вот так. Как-то так я ломаю сарай. Если у вас есть сарай, позвоните Вите. Витя жжет. Всепоглощающий огонь пожирает сарай. И в этом моменте я хочу показать вам, как падает последняя стена. Итак, раз и два. Опять крещение огнем. Мне только что в сапог прилетел большой и жирный уголь, когда я подходил закидывать дрова вот туда. И, блин, я смотрю, у меня дым идет из сапога. Быстренько ногу вытаскивать стал. Я не знаю, может, у меня... Сапог дымился. Ну, сапог дымился. Надеюсь, я нигде не обгорел. Ну, короче, я не знаю, огонь ласкает, в общем. То я горю полностью в огне, то нога горит. Короче, это какое-то мое почтение. Я не знаю, может, какие-то специальные антигорящие уже вещи одевать, как в Формуле 1. Ну, мне вот эта штука не нравилась, я согласен с огнем, но, господи, хватит меня уже поджигать, я не знаю. Ты, кстати, вертикально снимаешь, а у нас монтаж горизонталки. В общем, идея фикс посетила временная. Ну, это так как мы вообще неопытные эти дачеводы, огородники и строители. В общем, пришли к великолепной мысли, а почему бы нам не сделать трапики из вот этих вот дощатых сборок от старого... сарая. То есть, в общем, идея такова, пока весна не придет, мы сможем перемещаться по ним по грязище или какой-нибудь там еще коптище. Вот. Ну, в целом... Ну, бы, чтобы по грязи потом не ходить, да, такие трапики. Идея, кажется, пока норм, как временная, потом все равно это все сжечь. Но пока у нас здесь нет еще нормальной дорожки, там какой-то выложенный чем-нибудь. Да, будем этим пользоваться, руби. Да. И я пока срублю вот этот хвост. Да, если у нас получится. Не подходит спирит.
досочки неплохие. По дровам что ставить? Да, мы еще фанаты складывать старые говнодосочки на дрова. А давай. Нет. Ну да, уже все. Там у нас дровник наш. Все. Все, понесли. На тележку. Да. Можно тащить. Подожди, сейчас я тебе помогу. Давай будем вот так. Подожди. Вот так. Подождешь? Раз, или сам? Два, как ребенка учишь ходить. Левый. Правый. Нет, наоборот. Правый. Левый. Правый. Левый. Я вообще самого ушатаю. У меня уже спина. Не чувствую, где я, где кто-то еще. Так. Как-то вот так, да? Вот так вот. Давай. Ну все, вот так. Пока сойдет и так. Супер. Спасибо. Да, я, кстати, не пью, не курю уже месяц. А тут адреналин такой, как будто я все это делаю. И болит так же. Моя дровина. Моя. Пожарная, милиция. Откройте. Да, двери, конечно, горят быстро. Очень стрёмно. Смотрите, как пробивается из замочной скважины огонь. Там прям огонь. Такая вот тема. Вот и нюк. Корешок. Классно отгорел. Почти сгорел. А если вам понравилось это видео, то вам надо подписаться на канал, поставить лайк и не забывать про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.